Всем подписчикам канала Республика большой привет! Меня зовут Елена. Сегодня мы решили узнать у населения, кто такой Владимир Ильич Ленин. Так, начнем? Он был коммунистом и до сих пор вот его очень любят и уважают многие коммунисты. В общем, он подчинял народ и устроил революцию. Ну. Спасибо. Откуда у тебя столько знаний? Школа. Какая школа? Первая школа имени Бахтуева. Да, привет передать. Я хочу передать привет своему директору Шурбе Татьяне Леонидовне, моего бывшего учителя русского языка и литературы. Спасибо, умница. А, скажите, пожалуйста, кто такой Ленин? Не я. Ну, можешь по-разному трактовать. По сути, символ ушедшей эпохи, можешь сказать, что это политик, то есть много чего. Ты знаешь, кто такой Ленин? Ну, положение, догадки, да. Никогда не слышал. И не видел? Я не тут учусь, я в Абакане. А в Абакане не учат? Мы не изучаем Ленина. Вы знаете, кто такой Владимир Ильич Ленин? Ну ладно, ничего страшного. Скажи, пожалуйста, ты знаешь, кто такой Ленин? Да. Кто это? Вот он, да? Как минимум иногда в шутку я называю, ну как минимум, его своим дедушкой. А, это вот. Он, да? Да, Владимир Ильич. Ульянов, если правильнее. Вождь революции. Был в ссылке недалеко от Кызыла. Ну, мы ездили на экскурсию. Чушинская. Я хотела. Хорошо. Что еще могу рассказать про Владимира Ильича? Ходит легенда, что на него было покушение, и ему в голову попала пуля. Пулю достали, но она была заранее отравлена, и именно от этого он испытывал множество головных болей. Но, тем не менее, продолжал работать по 12 часов в сутки и на благо революции. Но, в конце концов, все-таки скончался, по-моему, после второго покушения. Вот. Оставив после себя огромную страну, которая на тот момент не имела ни электричества, ни связи, ни интернета. Но, тем не менее, он смог поднять людей и поменять власть в стране. Вот. Ну и лучшие его, скажем так, соратники – это Сталин и Троцкий. Брамштейн, если правильнее. А откуда у тебя столько знаний? В какой ты школе учишься? В каком классе? Первая школа города Кызыла имени Бухтуева, героя Советского Союза. Класс 11А, кадетский, вот. Ну, скажем так, история – это мой любимый предмет. Вдобавок я его еще и сдаю, как раз сейчас ЕГЭ. И, ну и вот просто люблю историю, особенно советского периода. Ты можешь передать привет своей учительнице по истории. Фельдман Антонина Прокофьевна, я вам очень многим обязан. Спасибо вам. Мы опросили несколько человек, и было очень отрадно, что молодежь в большинстве знает, кто такой Владимир Ильич Ленин. Ленин? Тот, кто стоит, наверное. Это он, да? Да, наверное. Наверное? Нет, это не, это же Сталин, да? Может, это Сталин? Наверное. Точно? Это Сталин. Я не верю. Кто такой Ленин? Скажите, пожалуйста. Ну, это отец Советской революции. Ну, получается, он начальник коммунизма, да ведь? Вот. Он создал свою партию. Вот, и в конечном итоге он продвинул эту партию так, что
Она в конечном итоге совершила революцию и Российскую империю сделала с Советским Союзом, в общем-то. Ты такая умная. А как эта партия называется? Да, ну, партия большевиков она потом стала. Это он, да? Ну да. Вот он есть в любом, мне кажется, советском городе, там, СНГ, Россия, да, и вообще в любом провинциальном, там, селе обязательно что-нибудь посвящено Ленину. Дорогие подписчики, как же хочется побывать на озере, поплавать. Вот и завершился наш опрос. Большинство молодежи знает, кто такой Владимир Ильич Ленин, что очень радует. Всем хороших предстоящих выходных. Отдыхайте побольше, ведь лето у нас короткое. Подписывайтесь на канал Республика. С вами была Елена. Чмоки-чмоки. Пока!